Один раз я сидел, и вдруг ни с того ни с сего такое надумал, что даже сам удивился. Я надумал, что вот как было бы хорошо, если бы все на свете было устроено наоборот. Например, чтобы дети были во всех делах главные, а взрослые должны были бы их во всем слушаться. Очень было бы интересно. В общем, чтобы дети были как взрослые, а взрослые были как дети. Во-первых, я представляю, как бы маме понравилось то, что я хожу и командую, как хочу. Да и папе, небось, бы тоже понравилось. А о бабушке, о ней говорить-то нечего. Что и говорить, я бы им все припомнил. Например, сидела бы мама за обедом, а я бы ей сказал: «Ты почему это завела Морю без хлеба есть? Вот это еще новости! Ты погляди на себя в зеркало, на кого ты похожа? Вылитый Кощей! Жуй как следует, опять задумалась. Все мировые проблемы решаешь, что ли? Ну, не раскачивайся на стуле». И тут бы в комнату вошел папа после работы. И не успел бы он даже раздеться, я бы уже закричал: «Ага, явился! Вечно тебя ждать надо! Иди мой руки! Тщательно, тщательно мой! Покажи ногти!» Это же не ногти, это когти! Где у нас ножницы?» «Не дергайся, ни с каким мясом я не режу. Остригу очень аккуратно. Ну вот, теперь садись за стол». И папа сел и потихонечку бы спросил маму: «Ну что, как поживаешь?» А мама бы также потихонечку ответила: «Ничего, спасибо». А я бы немедленно: «Разговорчики за столом! Когда я ем, я глух и нем! Запомните это правило на всю жизнь! Золотое правило!» И они бы сидели у меня, как шелковые. А уж когда бы в комнату вошла бабушка, я бы прищурился, всплеснул руками и заголосил: «Мама, папа, полюбуйтесь-ка на нашу бабуленьку! Щеки красные, шапка на затылке, грудь распахнута, шея мокрая, хороша, нечего сказать. А это что за грязная палка? Ты зачем ее в дом приволокла?» «Что? Это клюшка? Убери ее сейчас же на черный ход!» И тут бы я прошелся по комнате и сказал бы им всем троим: «После обеда вы садитесь за уроки, а я пойду в кино!» Ну, конечно, они бы сейчас же захныкали, заныли. И мы с тобой, и мы тоже хотим с тобой в кино. Но я бы им сказал: «Ничего, ничего. Вчера на день рождения ходили, а в воскресенье я вас в цирк водил. Ишь, понравилось развлекаться. Дома сидите. Знаете, вот вам 30 копеек на мороженое, и все». И тут бы бабушка взмолилась: «Возьми хоть меня-то с собой, ведь каждый ребенок может взять одного взрослого бесплатно». Но я бы увильнул. А на эту картину вход людям старше 70 лет воспрещен. И тут бы я прошелся по комнате, специально стуча каблуками, как будто не замечаю, что у них все глаза мокрые, и начал бы одеваться, крутиться перед зеркалом, чтобы они еще сильнее мучились. А уж когда бы я открыл дверь на лестницу, я бы сказал: но я не успел придумать, что бы я сказал, потому что в это время в комнату вошла мама, самая настоящая, живая, и сказала: «Ты еще сидишь? Ешь быстрее, тебе говорят. Ты погляди на себя в зеркало. На кого ты похож, вылитый Кощей?»